Поэтому вы уж меня извините, пожалуйста, уважаемые коллеги, но в который раз убеждаюсь, что в Государственной Думе, да, 4 партии, но 3 из них — это Единая Россия, правая нога власти, справедливая Россия — это левая нога власти, а между ними болтается Жириновский. Не болтайся, да болтайся сейчас. Совсем с ума сошел? Где мы болтаемся? Успокойтесь, поберегите здоровье, Владимир Вольфович.